О, нормально с нами народу. Да, я не лучшим образом падаю, если честно. В дырку падай. В дырку не попадаю. Обычно я солидный дырочник, но не в этот раз. У меня чел вышел. Нокнул его. Я того все наоборот, вообще ничего утонуть не могу. Еще один также бежит. Бля, Игнат, ну если ты заберешь весь лут, будешь играть один. Что я могу сказать? Я вообще без всего, просто голый. Ну вот тут же есть. А ты, блин, я что могу сделать-то, если ну, я ты лутаю? Просто ходишь по одним маршрутам вместе со мной. Ну заверни чуть-чуть другую. Ну ты так же бегаешь, ну то же самое ну, делаешь. Ну как это так же? Ну так же вот ты делаешь, ну серьезно тебе говорю. Я так, просто что, бегаю, лутаю. Бегать без лута. Ну что я тебе могу скинуть? У меня тоже лута же нет. Я же тоже без лута. Ну что этим вот, что тебе нужно? Но ты, ну, например, вот есть, что. У тебя есть АР-ка, у тебя есть ДМР-ка, у тебя есть все. Ты передо мной патроны на М-ку забираешь. Все, ну забираешь. Скажи, что у тебя нет патронов, ну, я вот тебе дам. Забираешь, ты... Ну ё-моё, я откуда? Я ж с твоего экрана не играю, шаман. Блин, это капец. Вот это вот предъяв вообще ни за что, извинись. Брони нет даже. На дно там. На МХЕ закиду. Убил его. Красавчик. Здание напротив меня. Пойдем к Нимчу. Идешь? Али, нет? Иду. У меня 40 патронов. Давай я тебе скину. На. Скину половину тебе еще. Великолепно. Они на крыше играют. Спрыгнул один. Слышу. Второй на крыше лежит. Ждет, походу. Я справа смотрю. Михи, я бинтуюсь. Ты в сейве? Да. Нет. У тебя бочки там. Нок одного. Второй еще будет подниматься. Он уже на лестнице. Хорош. Я тебе скину аптеку и буст. Мне надо что-то пожар это, ну потушить жопу надо. На, скинул. Спасибо. Не знаю, что у тебя горит. Нормально же, блин. Попроси просто, ну, типа, я собираю, потому что еще, типа, есть. Не знаю, что да ты пригорелся. Да, Игнат, я миллион раз тебе говорил, не мешай, ну, у тиммейта под ноги не лезь. Ты просто всегда лезешь под ноги. Ну, я же много раз говорил. Ну, блядь, поэтому... ну как? Ну, я обычно лутаюсь так же, как и ты лутаешься. Я тоже иной раз там падаю, и ты передо мной просто бежишь и все забираешь. Шаман, а я спиндалет там бегаю. Только пот... Ладно, забей. Типа вот аналогичные ситуации. Это просто ты со своего монитора смотришь, я со своего. Тачка в нас едет. Двое. Такой спокойный, что аж бесишься. Дал им нормально. Maybe выбежь, кстати, если будешь стрелять по ним. Они стопнули. Они стопнули за ангарами. Не ну пойдем к ним, с ними сыграем. Давай. Блять, я разбился. Не зацепился. Спасибо, Ногинский. Не слышу. Вижу, один тут. Хорош, один там на кубе стоит. Он типа сверху немного чекает, короче. Видел его. Флешку даю. Он аутсайд у меня. Давай.
Я вообще косой. Нормально все. Тут шестерка. Есть. Я до метах. Че, у тебя аптек нет? У меня 5 штук. Нет. Ну скажи, вот дай мне аптек просто и все. Два слова. Ну еще, пожалуйста, можно добавить. Игнат, ты просто не замечаешь, сколько я говорю и сколько ты не слышишь. Ну вот, шаман, я не знаю, я вот тоже на этом бегал. Ты бегаешь с АР-кой, ДМР-кой, я с пистолетом. И ничего вот тебе не сказал вообще. С чем? Когда? Это было на этом, как она, карта новая, ронда. Я не бегал с АР-кой, ДМР-кой. У меня было 30 патронов на берили, я их прострелял. Я пошел, взял ППшку, которая у меня под ногами была, все. Вот, а я с пистолетом бегал. Ну, ты сам поторопился, у тебя было оружие, ты мог не спешить. Я упал на берил, но не успел подобрать ничего. Ты у меня изо рта просто вытащил. Ну, я потому что первый упал. Вот видишь. Ну, ты-то сам поспешил же с пистолетом. Ты же мог взять там оружие. Там же было оно. Я помню этот момент. Тут был чел. Он в соседнем доме, по-моему, перезаряжает дробовик, что ли, аккуратно. Он на втором этаже. Он мне инстат голову дал. А ты где нокнулся? Я вот сайт нокнулся. У меня первый нок, не торопись. Блюшку дал хреновую. Вот сайт слева бежит. Их двое. Ползи, 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 она. Это чел тебе в голову инста дал или нет? Это какой-то максимально странный чел. У меня шлем целый. А, ну все вообще нормально. Просто хорошо пострелял. Там на втором этаже, он, не знаю, сполз, не сполз. Мотик, мотик, мотик! Я без хп вообще, но я буду пытаться. А, это... Ну-ну. Ты чё, долбоёб? А, это другой, другой. Или он? Да-да-да, это с города. Но я без каски был. Блин, а может это, кстати, он был? Я не закрою джампил нафиг. Не-не-не-не-не-не-не. По-моему, это чел был вот отсюда, откуда-то плюс-минус. Ладно. У меня все еще нет пятерок. Ну так попроси, блин, ёб твою мать. Я ж не играю с твоего. Я собрал пятерок. На тебе 70 штук. Вот. Ну а я тебе для чего это говорю? Просто так, типа, ты... Ну, ты говоришь мне, я до сих пор играю без пятерок. Типа, я не нашел, как будто бы... Ну, вот у меня что-то. Все еще нет пятерок, но ну, это ну так же... ты попроси у тиммейта, спроси, у тебя есть пятерки? Типа, это же так работает. Я же эту инфу говорю, в принципе, для того, чтобы ты сказал, что у меня... Блин, ты вообще сегодня шмель какой-то, блядь, я не знаю просто. Ты че? Переспал там или что, блин? Завязывай нафиг. Я как будто бы жадный, знаешь, какой-то. Вот просто ты меня сейчас вот так вот говоришь, как будто бы я жадина какая-то нахрен. Я тебе вообще весь лут могу скинуть и бегать с тобой чисто с аптечками, блин. Прям вот, сука. Прям вообще. Завязывай нафиг. Чел за забором, где у дома. У нашего? Он здесь. Понял, вижу его. Он хаек какой-то кидает. Нокнул. Он вроде с хаешкой нокнулся. Нет, он... Я хае закинул ему. На втором этаже с балкона сейчас выйдет. Я поджигаю балкон. Нет, нет, аутсайд. Хорош. Эх. Блин, почему... я понял, почему я его на втором слышал. Я, короче, ниже просто стоял. Вот прикинь. Найс, да? Я типа ниже стою и слышу его отчетливо на втором этаже.
все же. Предлагают семейного психолога сходить. Сука. Ну ты реально, блядь, чем дольше мы с тобой играем, тем ты больше гонишь на меня, блин, все. Нет, это только сегодня. Потому что сегодня ты вообще не слушаешь. Ну что, вообще, играешь один как будто. В смысле один? У меня уже лопнуло. Ну типа вот тебя просишь, Игнат, сыграй со мной. Подожди, я сейчас обойду. Ага. И идет один. Так а ты так же делаешь? Один. Нет. Я когда, когда ты меня просишь, я не делаю так никогда. И вообще я никогда так один особо не играю. Клянись. А смысл-то клянуться? Пенисом своим клянись вот прям сейчас. Ну это глупость же несусветная. Это же ну вот и все, блин. Это аргумент. Но это же не аргумент. Аргумент. Это типа стрелку же перевести, это не аргумент. Да ты так делаешь, камон, блин. Че? Боишься просто признаться? Гордыня вот у тебя вот есть вот эта гордость? Которая тебе вот, ну, не позволяет она тебе вот никак вот просто признаться. Переступи через нее, и все. Нормально играем. Просто я вот сегодня тебе про дом говорил 4 раза, и ты в конце переспрашиваешь, какой дом? Я, блядь, я чуть тогда просто не лопну. Я здесь, блядь, для чего? Справа у нас для есть. Для чего что-то говорю? Вот поэтому у меня у нас в упоре есть. А, это не в упоре, это левый дом был. Короче, за дорогой, чел. Давай скинемся по гелику. Надо заезжать. Давай заедем. Я от других... Понял. Я в голову получил других. Давай заедем. Даже смоки от тебя сегодня отворачиваются нахуй. Давай заедем. На, аптечку тебе скину. Еду, Игнат, еду. О, нифига там как далеко стреляют. Нокнул обидчик от него. Дай бог здоровья. Они вот тут, вот сайт бегают. Вот эти куда-то выезжают. Они уехали с желтой меткой. Ты мне аптеку заположил, что ли? Да, я тебе сказал, я тебе большую аптечку положил. Не слышишь? Зачем я тебе здесь? Сказал же, что по аптечке нести. Мы поедем? Да, давай. Че, на этих поедем? Я без шлема, ну давай на этих. Ну тогда ты рули. Почему я? Потому что я еще буду выбивать. Ай. Блин, направо это че нахрен вам надо? Надо с этими подраться. Противныши просто максимально. Я влево ушел. Угу. Нокнул одного. Ваш ипар Игнат, мужик. А шаман вторая половинка, и которая ждет ухаживания в виде предложения за плутать пятерки. Все, хорош. Спасибо большое. На вышке стоит. Ну так шандарахни его. Один вышка, один под вышкой. Не вижу вышку. Так он спрыгнул. А под вышкой? Ага, увидел. Надо поехать их убить. Давай. У тебя перед тобой на дороге машина, я пошел в гараже нашу заберу.
А, тут колесо сбили. Ну ты чё меня-то тулишь, урод? Я хилюсь, если чё. Заедь сюда, Игнат, и поехали за дропами, может, заедем. Нет? А где дропы? Но я не видел, не видел дроп. Со всех сторон, кого убивать-то нафиг? Справа драка у нас. Там пушат, типа. Там ног у дерева под нас прямо открыт. Вот если на эту горочку заедем. А, дроп у нас. Понял, понял, понял. Просто на вышке чё? На карте 16 лайф со всех сторон стреляют. Да, у вышки, там двое на вышке. Меня надо уехать. Херачат с леса. Да не-не, мы же просто с себя играем. Так тут тоже эти, типа, на вышке, которые... А, или они спустились? С вышки-то спустились, я их там согнал, но они стрелять будут. С убором один на метке тут был. Просто мы не уедем, мы без колеса. Понял. У нас чел в опене бегает, метка. Левее ушел за камень, левее бежи. Хорош. Эти слева стреляют, я за камень ушел. Меткой вроде нет. На желтый, на желтый. Хорош. Какой же он доставучий, а? Метка, чел. Бил его. Может, под этих сыграем, метка, не хочешь? Чел. Под этих сыграем, не хочешь? Пешком, что ли? Метка, чел бежит. Я понимаю, у нас еще сзади будут люди. Справа люди еще. Мне кажется, нам этих бы... А, ну хотя, или вот отсюда сыграть. Тут камень неплохой есть. Да просто сзади у тебя шаман выйдут, слышишь? Они не выйдут, они там будут драться. Бля. Че у тебя там, ты убил кого-то или нет? У меня тут один чел еще. Его надо убить. Угу. Твоих я не вижу пока. Они выезжают, мои. Куда-то под меня хотят, по-моему. Они встали? Дальше поехали. Дальше едут. Угу. А, зоны нету, ё-моё. На желтой метке один лоу хп может убивать. Я не вижу его там. Он в гилике лег где-то. Угу. Блин, зона интересная вообще. Зона называется, мы сейчас в Люмбер не пройдем, кстати. Вышел. Бежит перед камнем. Или за камень зашел. За камень зашел. А, так у нас тут зона еще. А, у меня еще и сзади. Этот его убил. С
сука, я... А, нет, успеваю. Откуда этот сзади нарисовался, блин, капец? Двое их еще было. А он его сразу... А, он его нокнул? Я нокнул его друга. А тот добил, да? У тебя справа должен чел быть. Нет, это он. Нифига он прошел. Хорош, у тебя слева, по-моему, ЛГ еще есть. Да-да, есть. Я просто смотрю. Ну я сейчас тебе почекаю. Тебе же надо лут какой-то. Ну я думаю, я в Люмбер сейчас полечу. Или нафиг надо? Не знаю. Ну я смотрю пока что. Вот тут челы бегают. На метке. В опене? Вот на метке на моей сидит чел. Я не знаю, что там, забор, не забор. Угу. Блин, ну я к тебе лечу тогда. Ты уже не успеешь, если только меня залутаешь и выиграешь с этим. Почему это не успею? Я успеваю идеально прям. Да? Да. Я не вижу просто. Только мне надо пушку какую-то и все. На М-ку. Угу. Две ХЕ. О, блин, не влазит ничем, блин. На, тройку забери. Блин, если это выиграем, это будет легендарно просто. Там они файтили с кем-то. Нам надо пройти, наверное, сюда куда-то. А, чел бегает, метка желтая. Нам на фул через право, наверное, как-то пройти. Они бегут. Ты можешь, по идее, убивать. Вот тут на метке уже. Один в белом был. Не-не-не-не, а, лучше просто пройти. Давай. Блин, вообще можешь, по идее, нокнуть его на метке. Скинемся? Давай, раз, два, го. Не вовремя. Нормально, нормально. Тебе в клоус подсосаться, как вариант? Ну, он меня чекает, он через эту чекает. Я тут не пройду, ты мне на смерть подписываешь. Ну ты по праву пройдешь сейчас, я прикрою тебя. Ну смотри, я на твое это ответственность. Давай, давай. Все, просто, ну, прям очень аккуратно играй. Угу. У нас всего три врага. Двое справа и один слева. Где-то за фурой, походу. Передо мной чел, метка. Я гилику накидал. Угу. Вижу перед тобой. Он за этот прошел. Нокнул его. Хорошо. Все, остался гилик и один слева. Гилик налево прошел вроде за КамАЗ. Но это не точно. Хорош. Уф! Нормально затащили вообще. Зимний викенди, блин. Хорошо, на самом деле. Резнул меня прям. Еще пультик это. А, это пульт у меня же был, да? Который ты поднял. Да, я его поднял. Блин, я еще смотрел, думал, брать, не брать. Думал, ладно, возьмем. Офигеть. Оказывается, пригодился. Нормально. С кайфом. Лайк. Like.